почему Ханна? Откуда такой псевдоним? Это, или это твое настоящее имя? В паспорте тут есть две истории. Нет, на самом деле это мое не настоящее имя, но меня назвали в честь моей прабабушки, которую звали Ганна, соответственно, Ханна ее тоже называли. И когда я уже была в сознательном возрасте, я постоянно думала, почему меня никто не называет Ханна? Я же Ханна. Но как бы у нас в городе, там Чебоксары, такая маленькая деревня, там, ну, либо Катя, там Аня, все должно быть просто, в общем. И я занималась спортивными бальными танцами, у меня был кумир, ее звали Ханна Картунин, она была чемпионкой мира, и я на нее смотрела, и думаю, вот она же тоже Ханна, и я Ханна. Вот почему меня Ханна не называют? И я решила, что когда придет время выбирать псевдоним, я 100% буду Ханной, потому что, ну, я она и есть, и мне это имя очень нравится, и вот. Ну, прекрасная история, смотри, видите? Как выстрелила, это, да. Насколько это здорово, когда у псевдонима есть такой, да, серьезный базис. История.